участников из 20 стран собрались здесь, в прекрасном городе Москве. Поприветствуем участников третьего турнира «Московские звезды ушу». We are happy to announce that more than 800 participants from 20 countries gathered here in the beautiful city of Moscow. Let's welcome the participants of the third international tournament, Moscow Ushu Stars. Среди почетных гостей сегодня вице-президент Международной Федерации Ушу, председатель исполкома Европейской Федерации Ушу, президент Федерации Ушу России Лев Николаевич Мазуров. Among the distinguished guests with us today, Vice President of the International Ushu Federation, the Chairman of the Executive Board of the European Ushu Federation, President of Russian Ushu Federation, Mr. Лев Мазуров. Полномочный министр, представитель посольства КНР в России, господин Су Паньсу. Transparency Ambassador of the Embassy of the People's Republic of China in the Russian Federation, Mr. Su Paньсу. Президент Московской городской федерации Ушу России, первый вице-президент Федерации Ушу России, член технического комитета Международной Федерации Ушу Татьяна Куприянова. The President of Moscow Ushu Federation, the first Vice President of Russian Ushu Federation, member of Technical Committee of International Ushu Federation, Miss Татьяна Куприянова. Член Президиума Российского Союза Боевых Искусств Алексей Штурмин. The member of the Executive Board of the Russian Union of Martial Arts, Алексей Штурмин. Вице-президент Европейской Федерации Ушу, член исполкома Международной Федерации Ушу, господин Петро Гриндиано. Vice President of the European Ushu Federation, member of the Executive Board of the International Ushu Federation, Mr. Petro Griндиано. Исполнительный директор Российского Союза Боевых Искусств Рамиль Габасов. Executive Director of the Russian Union of Martial Arts, Рамиль Габасов. Олимпийские чемпионы. Olympic Champions. Олимпийский чемпион Давид Мусурбес. Olympic Champion Давид Мусурбес. Двукратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова. Дарья Тарасова. Двукратная чемпионка мира по ушу Татьяна Ившина. А сейчас, дамы и господа, поприветствуем команды стран-участниц и их руководителей. And now please welcome the athletes of participating teams and the team leaders. Команда Армении, президент Федерации Ушу Армении, Тигран Чабанян. The team from Armenia, President of Traditional Ushu Federation of Armenia, Тигран Чабанян. Команда Азербайджана, президент Федерации Ушу Азербайджана, Адер Хасансой. The team from Azerbaijan, President of Azerbaijan Ushu Federation, Адер Хасансой. Команда Китая, руководитель команды, господин Гао Чжэмин, руководитель отделения Сальда по китайскому танцу Ушу. The team from China, team leader Xiao Chunin, deputy director of Sanda Division of Chinese Ushu Association. Команда Чехии. The team from Czech Republic. Команда Эстонии, президент Федерации Ушу Эстонии, господин Михаил Корва. The team from Estonia, president of Estonian Ushu Federation, Михаил Корва. Федерация Ушу Франции, президент Федерации Ушу Франции, господин Эрве Матур. Ушу Федерация Франции, President of Ushu Federation France, Эрве Матур. Команда Грузии, президент Федерации Ушу Грузии, господин Георгий Мироленко. The team from Georgia, President of Georgia Ushu Federation, Георгий Мироленко. Команда Израиля, президент Федерации Ушу Израиля, господин Александр Френкель. The team from Israel, President of Israel Ushu Federation, Александр Френкель. Команды Казахстана. Teams from Kazakhstan. Команда Киргизии.
Федерации традиционных ушей Кыргызской Республики Наталья Мельчина. The team from Kyrgyz Republic, Vice President of Kyrgyz Traditional Ushu Federation, Natalia Ishirin. Команда Латвии. The team from Latvia. Команда Ливана. The team from Lebanon. Команда Литвы. The team from Lithuania. Команда Турции. Руководитель команды Абдурахман Акюз. The team from Turkey, team leader Абдурахман Акюз. Команда Туркменистана. Президент Федерации ушу Туркменистана Ясмурат Атамурадов. The team from Turkmenistan, National Ушу Federation of Turkmenistan Ясмурат Атамурадов. И команда России. Руководитель команды вице-президент Федерации ушу России Игорь Александрович Кремль. The team from Russia. Team leader, Vice President of Russian Ushu Federation, Igor Kremel. Для приветствия гостей турнира мы приглашаем вице-президента Международной Федерации Ушу, президента Федерации Ушу России Глеба Николаевича Кузрукова. And now we invite Mr. Глеб Кузруков, Vice President of the International Ushu Federation, the President of Russian Ushu Federation. Dear friends, dear athletes and coaches, dear guests, let me, on behalf of the International Ushu Federation and its president, Mr. Yudzeti, extend my warm greetings to the representatives of the 20 countries gathering here this day for the third edition of the Moscow Ushu Stars Tournament. Уважаемые друзья, от имени президента Международной Федерации Ушу господина Юрия Дайсина приветствую всех вас на третьем международном турнире Московской звезды Ушу. Решите мне зачитать приветственный адрес министра спорта Российской Федерации Павла Анатольевича Колобкова. Уважаемые друзья, от имени Министерства спорта Российской Федерации и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей третьего международного турнира по ушу «Московские звезды ушу». Dear friends, on behalf of the Ministry of Sports of Russian Federation, let me extend my warm greetings to the organizers and guests of the third international tournament Moscow Ushu Stars. Ушу вид спорта, который пользуется в Российской Федерации во всем мире, заслуженной популярностью, а число его поклонников год от года постоянно растет. Ушу is a sport which enjoys in Russian Federation and across the world a great popularity, and the number of people practicing is growing up every single year. Мастерство атлетов, дух истинного состязания, зрелищность ушу способствует дальнейшему росту популярности этого вида спорта во многих странах мира. The mastery of the athletes, the spirit of Ushu, contribute to the growth of popularity of Ushu across the world. Уверен, что третий международный турнир Московской звезды Ушу пройдет на высоком уровне. I am assured that the third edition of the Moscow Ushu Stars Tournament shall enjoy great level of success. Желаю всем участникам соревнований захватывающих поединков, высоких результатов и новых побед. I wish all the participants breathtaking bouts, good results and new victories. The Minister of Sports of Russian Federation, Павел Колобков.
уполномоченному министру, представителю посольства КНР в России, господину Су Фэнсу. Now we invite plenipotentiary ambassador of the Embassy of the People's Republic of China in Russian Federation, Mr. Su Fanxu. Уважаемые гости, дорогие друзья, дорогие участники турнира, добрый день. Сегодня я очень рад присутствовать на этом мероприятии. Прежде всего, позвольте мне от имени посольства Китайской Народной Республики, Российской Федерации и от чрезвычайного полномочного посла господина Юрия горячо поздравить с открытием международного мира Московской звезды Ушу в 2017 году. Особенно здесь я вижу китайская команда. Как всем известно, что Ушу – это национальное достояние Китая. Даже не только национальное достояние Китая, это бесценное искусство всего человечества. Мы очень рады видеть, что Ушу развивается во всем мире. В России, Европе, в Азии. И правительство Китая, мы всегда поддерживаем тем, кто занимается Ушу. Ушу создает мост между Китаем со всеми странами мира. И спасибо. Посольство Китая здесь особо хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации за то, что правительство России всегда поддерживает развитие и процветание Ушу в своей стране. И я лично помню, 10 лет назад уважаемый президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин был в провинции Хэнань, Китае, и беседовал с молодыми монахами, которые занимаются Ушу. Это очередной раз доказывает внимание руководителей Российской Федерации на развитие Ушу в Российской Федерации. И я хотел бы пожелать всем участникам турнира хорошего успеха. Я желаю, чтобы каждый участник имеет возможность стать Чики Чан и Брус Ли. Спасибо! А теперь поприветствуем судей турнира. Let's welcome the judges! I have the honor, on behalf of
of European Wushu Federation to congratulate the organizers, the work of athletes who came here to compete, according to this, the congratulated coaches, coach them, train them, and the judges, because without judges, we cannot have competition. In the third edition of Wushu Moscow Star, it's my pleasure again to see a lot of people participating and the high level of the Wushu techniques. So, I declare open the Wushu Moscow Star. Let's Wushu. Спасибо. Дамы и господа, я приветствую всех участников соревнований. Среди них полномочного министра, представителя посольства КНР в России господина Суфанцю, а также вице-президента Международной Федерации Вушу, президента Федерации Вушу России Глеба Николаевича Музрукова. Для меня большая честь присутствовать на такого уровня соревнования, на котором все проводится на высоком уровне. И позвольте объявить международный третий турнир «Московские звезды Вушу» открытыми. Команды покинуть ковер. All the teams, please.
in the arena.
Thank you.
Зарипа, чемпион Европы по ушу. European champion, Радик Зарипов. Thank you.
Сейчас состоится церемония награждения победителей и призеров турнира «Московские звезды ушу». Просим наших почетных гостей принять участие в церемонии награждения. And now we will start the medal presentation ceremony. We ask the distinguished guests to take part in the awarding ceremony. Дамы и господа, мы начинаем церемонию награждения победителей и призеров третьего международного турнира «Московские звезды ушу 2017». Ladies and gentlemen, we are starting the award ceremony for the third International Ushu Cup, Moscow Ushu Stars 2017. Первая категория – Тайдзюань юниорки. The first category is Tadizuan Female Juniors. За третье место награждается Камила Имангова, Россия. Third place and winner of the bronze medal is Камила Имангова, Russia. Первое место награждается Мария Дорнева,
Следующая категория – Тайкидзюань, юниоры. The next category is Тайкидзюань, male juniors. За третье место награждается Михаил Жучин, Россия. Third place and winner of the gold medal is Михаил Жучин, Russia. За второе место награждается Александр Борисов, Россия. Second place and the silver medal is for Александр Борисов, Russia. За первое место награждается Виталий Куликов, Россия. First place and winner of the gold medal is Виталий Куликов, Russia. Награждение происходит. Президент Московской городской федерации ВСУ России, первый вице-президент Федерации ВСУ России, член технического комитета Международной федерации ВСУ Татьяна Куприянова. Medals are presented by the President of Moscow Russian Federation, the first Vice President of Russian Russian Federation, member of Technical Committee of International Russian Federation, Ms. Татьяна Куприянова. The next category is Тайкидзюань, male adults. За третье место награждается Артём Мичук, Казахстан. First place and winner of bronze medal is Артём Мичук, Казахстан. За второе место награждается Иван Красноваев, Россия. The second place and the winner of silver medal is Иван Красноваев, Russia. За первое место награждается Цзинь Хуа, Китай. First place and winner of the gold medal is Цзинь Хуа, China. Награждение происходит вице-президент Европейской Федерации ВШУ, член исполкома Международной Федерации ВШУ, господин Петров Гриндиалов. The medals are presented by Vice President of the European ВШУ Federation, member of the Executive Board на флаг Китая.
Please stand up to the national anthem from China. Thank you.
Церемония награждения окончена. Всем спасибо. The medal presentation ceremony